Друзья, всем привет-привет! Очень рада, что вы заглянули на мой канал «Вяжем и готовим с Катериной». И сегодня я хочу вам показать, как я готовлю на завтрак кашу манную. Для этого я взяла 500 мл молочка, небольшая щепотка соли и 1 чайная ложечка сахара. И 3 столовые ложки крупы манной. Манную крупу я всегда обязательно просеиваю. Эта кашка такая получается, без комочков, вкусная. Итак, ставим кастрюлю на плиту и включаем. Вливаем молочко, но молочко я вливаю не все, а грамм 50, миллилитров 50 оставляю. Доводим молочко до кипения, а тем временем наше оставшее молочко, которое осталось, я вливаю в крупу манную, которую я просеивала, и все хорошо размешиваю. Наше молочко закипело. Мы берем нашу крупу, которую мы разбавили с молочком, и тонкой струйкой, помешивая молочко, вливаю. Молочко при этом перемешиваю. Перемешиваем еще раз все и даю закипеть. И варю минуты 3-4. Огонек можно немножечко убавить. Наша кашка начинает кипеть. Я добавляю чайную ложку сахара и небольшую щепотку соли. Все еще раз перемешаю, оставляю еще на минуточку, и кашка манная на завтрак вкусно и без комочков готова. Подаю я кашу в горячем виде с небольшим кусочком масла сливочное и обязательно стакан компота. Всем приятного аппетита, кто сейчас завтракает. Большое спасибо, что вы были со мной. Всем пока-пока. До новых встреч.